партия из 30 новых модернизированных танков Т-72 Б-3М поступила на вооружение 201-й военной базы взамен устаревшим. Сам объект оснащен новым комплексом пассивной и активной защиты, новым многоканальным прицелом «Сосна-У», системой связи «Акведук». Российские танкисты проведут занятия после соответствующей переподготовки в зимнем периоде обучения. Проведут занятия по вождению, по огневой подготовке. Примут участие более чем в 40 разноплановых учениях с подразделениями военной базы, а также с подразделениями Республики Таджикистан. Товарищ полковник, танковые экипажи для вручения военной техники построены. Командир танкового батальона подполковник Андросов. Вольная! Я расположен, приказ прием. Не знаю, середина строится.